Благоустройство дошло и до Петровского проезда. Во дворе домов 12, 14, 16 и 18 в завершающей стадии находится реконструкция детской площадки. Игровую зону местные жители ждут еще с конца августа. Тогда одна подрядная организация заасфальтировала территорию, а вот класть прорезиненное покрытие и наполнять детскую площадку игровыми элементами должна была другая организация, которая работала одновременно на нескольких объектах. Поэтому очередь до Петровского проезда дошла только сейчас. Я вот посмотрела, такие хорошие эти самые аттракциончики. Я думаю, что будет все очень хорошо и замечательно. Сегодня здесь вовсю трудятся рабочие. Уже установили карусель и один из игровых элементов, который впоследствии должен гармонично вписаться в общий ансамбль современной детской площадки. Кстати, помимо базовых аттракционов, на этой игровой зоне расположатся малые игровые формы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей это очень хорошо. Развитие, новые эмоции. Если работы будут продвигаться такими же темпами, то есть вероятность, что детская площадка откроется для местных ребят совсем скоро.